Уважаемые мои подписчики, я очень рад, что вы у меня есть. Я очень рад, что количество подписчиков растет и умножается. Значит, мой контент не совсем негодный. Значит, он кому-то приносит пользу. Так вот, очередная серия пользы. Многие меня спрашивали, да и наверняка даже кто не спрашивал, интересуются или интересовались, что же такое рабочий инструмент шеф-повара. У каждого шеф-повара есть скрутка такая. Неважно, какое, из какой она кожи, какого цвета, но они все по своей схематике очень похожи. Значит, суть в рулоне. Значит, она выглядит как рулон. Здесь находятся не только ножи, но и другие инструменты, которые мы используем для работы. Дома у меня есть набор ножей, я пользуюсь им. А скрутка у меня, как правило, лежит в автомобиле. Я с ней летаю по городам России. Я, значит, езжу на работу с ней. Это мой рабочий инструмент. Вот так она выглядит. Примерно на первый взгляд. Потом у нее есть вот такой вот отсек. И, соответственно, вот здесь у меня ножи. Давайте начнем с ножей. У меня здесь полным-полно всяких брендов. Я надеюсь, что это совершенно для вас не важно. Потому что ваш нож должен быть вашим ножом. Конечно, вы можете спросить. И в ролике про ножи вы спрашивали, мол, какие ножи лучше, хуже и так далее. У повара всегда есть один вариант. Брать, использовать, тестировать и искать себе всю свою жизнь нож, который будет лежать в твоей руке, который будет тебе удобен, с которым ты сможешь справляться с помощью мусата, который ты можешь точить, за которым ты готов ухаживать. А есть ножи, у меня полным-полно ножей, где-то валяется еще что-то, к которым я отношусь так, потребительски. Порезал, что-то бросил, да и тупой, да и хер с ним, даже точить не буду. Вот эти ножи мои для работы. Их не имеет права трогать никто. Вообще. Это табу. Серьезнейшее табу. Значит, у меня есть один нож универсальный. Это, как правило, узкое лезвие, длинное. Он, ну, и можно и рыбку филернуть. И он гибкий, как бы, и нарезать что-то. Вот он выглядит таким образом. Значит, обязательно должна быть кондитерская лопатка. Кондитерская лопатка. Кто знает бренд, тот знает, тот знает, что это, блин, лучшие лопатки. Вот ребята заморочились, сделали очень крутую лопатку. Значит, обязательно должен быть в скрутке термометр. У меня термометр вот это молекулярный, ну или как я его называю, быстрый термометр. То есть включаешь его, и он довольно быстро внутри куска, в кусок мяса втыкаешь его, и он прям и показывает температурку. Оп, отключили. Значит, обязательно должен быть маленький нож. Я его называю зубочистка. Это маленький-прималенький ножец, который для корешков обработать, что-то там вырезать, где-то как-то подковырнуть. Иногда даже бывает от скуки. Я им, знаете, что делаю? На лимоне вырезаю канавки наискосочек. И потом, когда нарезаешь лимон, вся кожица вот в таких вот очень забавных канавках. Можно каким-нибудь карвингом заниматься, чем угодно. Главное, чтобы он был тоненький, маленький, узенький, острый. Очень острый. К ним, видите ли, не делают чехлов, поэтому приходится делать все своими руками, чтобы лезвие вдруг где-то чего-то не попало. Все, он у меня закрыт бумажечкой. Значит, вот такой вот ножик. Это не длинный ножик, 13 сантиметров. Тоже очень тонкая сталь. Очень удобная ручка. Он гибкий. Вот это один из моих любимых ножей. Он прям гнется, им удобно резать. Из-за того, что сталь тонкая, очень тонкое лезвие, очень тонкая кромка, прям за ним нужно аккуратно следить. Он никогда не должен касаться ни металла, ни фарфора, ни стекла. Только дерево, пластик, только мясо, никаких костей. Все должно быть очень аккуратно. Лучше всего рыбу. Рыбные кости режут, все хорошо. Вот такой ножичек у меня, значит. Потом, это основной шеф. Но он у меня и здесь есть такой же, вот он, я им чаще всего режу. Два одинаковых ножа, только это такой же весь покоцанный, баушный. Этот у меня, я его еще держу в новом состоянии. Это основной нож, которым я режу все, что ни попадя. Подтачиваю его на мусате и слежу.
Он у меня, кстати, острый до сих пор. Уже, знаете сколько? Если не ошибаюсь, 4 года я его не точу, только подвожу на мусате, ухаживаю. Он у меня острый, все. Выполняет все мои требования. Это нож короткий. У него лезвие 12 сантиметров, а не 13. Он такой, знаете, он не гибкий, он просто маленький короткий ножичек. Им удобно что-то нарезать, обрезать, зачищать удобно. Я его иногда использую как обвалочный нож. Знаете, обойти косточки у курицы, очень удобно разделывать. Вот этот ножичек такой вот, значит, у меня присутствует. Здесь в самом углу находится вот такой маленький мусат. Вот смотрите, накаточком нужно подцеплять. Он состоит из двух частей. Вот здесь вот простая рогатка для, знаете, тупых ножей. Бывает, когда свой использовать не хочется, берешь чужой нож, ну такой, знаете, в ресторане убитый уже, немножко подтачиваешь его здесь, как попало, и режешь. А вот эта часть, это керамический мусат, просто маленького размера. То есть я обычно именно им подравниваю ножички, ухаживаю, да? Делаю для них, так скажем, такой легкий шлифовальный маникюрчик, чтобы лезвие всегда было, чтобы не образовывались никакие заусенцы, чтобы, если заусенцы образовались, чтобы она не увеличивалась. Нужно аккуратно ухаживать за своим ножичком. Вот такой маленький мусатик. Раз, можете порыться. Карманные переносные мусаты в интернете. Вам выдаст массу таких подобных каких-то вещей. В скрутке всегда нужно быть аккуратным, потому что можно попасть на и отчикать себе палец. Ножи острые, поварские. Так, теперь я закрываю ножи. Все, они здесь должны в свободном состоянии находиться. Нож ни один не должен касаться лезвием другого, не дай бог, даже при скручивании. Это очень важно. Расстояния между ножами должны быть большие. Тогда у вас нож в целости и сохранности. Значит, как только я закрываю штору, ножи у меня пропадают там внизу. Для вас открывается вот такая штука. Второй карман, который для дополнительных всяких вещей. Очень часто производители скруток не делают этого кармана. И вот у меня была такая, я как бы такой мучился, ходил. Ой, как куда же вот это вот всю мелочевку эту девать-то? Что с ней делать? Круто, конечно, когда у тебя лежат ножи, защищены и так далее. А вот для этой мелочевки не хватает. Я попросил, для меня сделали именно дополнительные простроченные карманы. Почему? Потому что у меня есть вот что. Значит, во-первых, есть обвалочный нож. Это большой. Такой, знаете, для нарезки мяса, для нарезки стейков, для больших кусков. Это мясницкий нож, потому что, видите, у него ручка такая мощная. Такая прям неубиваемая. Его не жалко, он недорогой, поэтому у меня тут валяется. Иногда что-то я им делаю. Палетка. Вот такая вот. Она, кто-то говорит, что это кондитерские палетки, они продаются в кондитерских магазинах. Кто-то считает ее просто обычной палеткой. Это мини-палетка. И она удобна для того, чтобы перекладывать с места на место всякие маленькие стейки, кусочки чего-то куда-то. Используется для сервировки в ресторане блюд. То есть она прям где-нибудь лежит, знаете, в фартуке, в карманчике торчит. Ее достал, аккуратно переложил, знаете, там что-нибудь такое. Оп, например, помидорчик у вас лежит, да? Помидорчик у вас лежит, да, вы его не хотите там как-то руками брать, еще что-то. Вы его аккуратно раз на палеточку, оп, переложили, положили на тарелку, выложили, оп. Пинцетом его не захватить. Руками брать, например, вдруг вы это делаете при всех. И некоторые люди, вот как мои подписчики, знаете, такие немножко ревниво, брезгливые. Такие, что это, вы его руками взяли? Вот, чтобы руками его не брать, левая рука в перчатке, а правая палетку используем, раз перекладываем. Вот это для этого. У меня есть еще одна, как бы это вообще гламурная такая, которая считается именно шефская, шеф такая, 100% chefs. Такая гламурная. Ну, это так, понты. Есть вот такая вот лопатка. Вот смотрите, она не совсем, да, у нее пятка небольшая. То есть она почти ровная, но с небольшим изгибом. И не очень большая, и не очень маленькая. Палетка маленькая, бывает, не хватает для того, чтобы перевернуть оладьи. Или перевернуть какой-то кусочек мяса. Или рыбку подхватить, знаете, целиком бывает порционно, вот небольшие кусочки рыбы. Вот как раз эта вот гибкая, такая стальная, удобная, очень классная лопатка. Я к ней привык, давно ей пользуюсь. Она у меня здесь со мной. Значит, есть вот такие вот два пинцета. Поварские.
Я прям фанат пинцетов, у меня еще где-то один был. Я их периодически дарю поварам, которые вот мне нравятся, и я считаю, что, ну, вот это какой-то такой знак внимания. Значит, помимо знака внимания, видите, они имеют вот такую ступеньку. То есть они не прямые, они косые. Так. Значит, этим пинцетом очень удобно перекладывать какие-то маленькие ингредиенты. Это может быть украшение. То есть мы берем и украшаем, например, блюдо какими-то вот соцветиями. Это пинцетом удобно делать. Пинцетом удобно взять, например, макаронину и отправить себе в рот попробовать, сварилась ли паста или нет. Можно попробовать мелко нарезанную, знаете, есть рыба такая, севиче, блюдо из рыбы, севиче. Можно взять кусочек рыбы и попробовать, значит, он всегда моется, всегда находится на фартуке. Ну, как-то вот, ну, как-то так примерно мы его всегда носим. В моих роликах и на Кухне ТВ, и везде вы можете увидеть, что иногда у меня пинцеты вот здесь, на выставках. Или когда я провожу мастер-класс, у меня всегда пинцет со мной. Ну, этот белый, этот синий. Бывают красные, бывают камуфляжные, бывают, ну, всякие разные. У меня для них отдельный карманчик. Сюда входит два пинцета, и они прекрасно себя чувствуют, как два брата. Значит, у меня есть ложка и вилка. Вот они. Значит, тут в одном ресторане мне кто-то из девчат так и говорит: мы тебе оттерли ложку. Вилка такая, видите, уже проржавевшая, ложка еще светится. Ну, вернее, уже светится. Это вилка и ложка из серебра, с вензелями, из какой-то графской или царской семьи. Там есть на них проба, штампик, все как полагается. Настоящее серебро я купил на рынке нумизматов. Долго торговался, смотрел, искал что-то такое, что мне понравится. Каждая из них стоит довольно дорого. Но вы знаете, это некий такой поварской фетиш, когда мне нужно всегда иметь ложку и вилку, будь я в поле или еще где-то, и у меня есть и ложка, и вилка. Вдруг я забыл что-то, вдруг там не получилось купить ложки и вилки, а мне нужно готовить. Очень часто одноразовая посуда не подходит. В кипящую воду опускаешь, вилки гнутся и так далее. То есть мне нужны всегда вилка и ложка для моей работы. Потом есть вот такие вот щипцы. Вот посмотрите, видите, у них вот эти ушки, они немножко загнутые. Не прямые, а такие, как бы вот так в бока расходятся. Это очень удобно. Это сделано для того, чтобы удобно было держать эти щипцы в руках. Они не слишком большие, не слишком маленькие. Пинцет для одного. Это можно даже на гриле что-либо переворачивать. Они очень жесткие, никуда не гнутся ни в какую сторону. По звуку слышно, что металл мощный, крепкий. Это одни из самых удобных щипцов, которые небольшие, не маленькие, большие, тяжело перевозить вот здесь. Я использую, например, вот такие щипцы, да? Это классные щипцы для дома, но перевозить их неудобно. Неудобно. Но для дома супер. Эти выполняют все те же самые характеристики, только я их могу еще положить к себе в скрутку. Три ложечки. Чайные ложечки нужны всегда. Пробовать. Пробовать, 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 что-то насыпать, что-то сервировать, какие-то печенюшки, кренделюшки. Я их не тру ни содой, никакими пастами Гоя, ничем. Это было раньше посеребренка. На мельхиоре слой серебра уже слез, там вот местами где-то видно его. Они у меня из Тбилиси. Я в Тбилиси на рынке купил, есть блошиный рынок в центре Тбилиси. Я купил, я увидел эти три ложечки. Вот это был, видимо, какой-то сервиз, потому что на каждой ложке изображение и имя различных политических деятелей или неполитических деятелей, каких-то звезд. Это точно не грузинские лица, это какие-то иностранные, американцы или англичане. И вот это вот реально очень круто, ну, мне нравится, я прям кайфую. Я взял эти ложки и слежу за ними, как за зеницей ока на мастер-классах, чтобы никто у меня, не дай бог, их не стырил. Вот, это такие, это такой больше фетиш. То есть они недорогие. Я там, не знаю, эти три ложки купил, наверное, не соврать, наверное, за 1000 рублей, наверное, что ли. Ну, может, для кого-то это и дорого будет, но 1000 рублей можно питаться там 3 дня. Ну, это же все-таки хоть что-то старинное, знаете, встречаешь и удивляешься. Потом есть горизонтальная овощечистка.
У меня есть и горизонтальная овощечистка, и поперечная. Значит, морковку иногда неудобно чистить вот этой овощечисткой. Вы знаете, как бы вот не хотелось, конечно, кто-то привык, кто-то кому-то нравится, кто-то там крутится и так далее. Но ей зато очень хорошо чистить картошку. А моркошку лучше чистить, знаете чем? Другой овощечисткой. Она у меня спрятана вот здесь вот в карманчике. Овощечистка, выходи. Так, я не понял, где она у меня? А, вот она. Вот она, поперечная овощечистка. Ей чистить гораздо удобнее. То есть просто можно взять вот таким образом и почистить. Вот ей картошку чистить не так удобно. Ей удобно чистить продолговатые какие-то вещи. А так как я повар, и у меня всегда большое количество овощей, то мне нужна и та, для удобства. Тем более, что они занимают не так много места, как ножи. Поэтому я могу позволить себе иметь овощечисток две штуки. Дальше у меня есть еще очень важная вещь. Это ножницы. Ножницы должны быть короткие. Видите, какие? Вот как ладонь, например, чуть меньше даже. Они должны быть короткие, но при всем этом очень мощные. Эти ножницы не созданы для того, чтобы резать проволоку или медь, или медные монеты. Они созданы для того, чтобы резать кости курей, перепелок, нитки. Можно обрезать зелень при сервировке блюда. Самое главное, чтобы они были удобные, чтобы они не натирали пальцы, с коротким углом. И вот, видите, у меня одна сторона с зубчиками, а вторая сторона нет. Вот такие ножницы ищите. И смотрите, чтобы здесь запайка была плотная, чтобы не надо было вот это вот докручивать, выкручивать. Очень короткие, очень мощные, крутые ножницы. Начиная от ногтей, заканчивая, не знаю, там, чем угодно, можно все это подстричь. Тут у меня есть устричный нож. Я пользуюсь им редко, видите, он такой покоцанный, немножко поржавевший. Но при всем этом это самый лучший нож. Я его купил в Канкале, прямо на устричной ферме. Он гибкий, острый, тонкий. Одно удовольствие, здесь для пальца есть. Ну, прям одно удовольствие открывать устрицы. Я просто поклонник устриц, поэтому использую его иногда. Даже прихожу, знаете, в какой-нибудь барчик и говорю, можно я сам буду открывать себе устрицы? Дальше. Пинцет для костей рыбы. Это неотъемлемая часть скрутки каждого повара. Губки должны быть завернуты. Им очень хорошо корректировать брови. Ну, например, если вдруг вы встретили женщину, и она, ее брови вам не нравятся, вы можете ей чик-чик-чик-чик подкорректировать. Вот это вот как раз самое подходящее. Можете даже прорекламировать и отдать своей жене. Она будет у вас просто с великолепными бровями. Но кости из рыбы он вытаскивает так, как нужно это мне. Поэтому подобного рода пинцет обязательно купите себе. Потому что без него ни дома, ни на работе мне не обойтись. На рынках продается, в хозяйственных магазинах продается. Не только в поварских магазинах. Можно в интернете порыться, написать там пинцеты для вытаскивания костей из рыбы. Оп, и еще очень важный элемент. Это штопор. Двухэтажный. Двух с вот с таким коленочком, да? Это вообще не штопор называется, а нарзанник. Но вот, знаете, я хоть и не пью алкоголь, но иногда друзьям, я же повар, я должен помочь открыть бутылочку, бук-бук-бук-бук-бук, налить красненького винца, подать к офигенно вкусному кусочку мяса с гриля, да? Или, может быть, сделать пасту какую-нибудь, ризотто, или просто потушить что-нибудь, овощи с добавлением белого вина. Нужно открыть. У повара должен быть нарзанник всегда. А, вот тут даже для пивка есть. Например, тесть просит тебя: Василий, пивка хочу. Ты ему говоришь: с удовольствием. Хотя я вас уверяю, что мой тесть и сам прекрасно открывает без нарзанника пиво. И последнее, что у меня есть, это... О, я понял, что мне не хватает фломастера. А где у меня фломастер? Белого фломастера нету. Придется купить. Где-то я его... А может, здесь валяется. А, вот он. Да, фломастер. Обязательно у меня должен быть фломастер, который... Знаете, что делает? Который пишет на стекле.
Мне это нужно для того, чтобы, например, маркировочку делаешь на какой-нибудь боксик, пишешь дату. Удобно. Или можно подписать что-нибудь. Хоть на фарфоре, хоть на стекле сделать пометочки. Это вещь очень удобная и нужная в хозяйстве. В моем поварском хозяйстве. Так, все. Последнее. Палки. Вот такие вот японские палки, привезенные мне моим другом Серегой Ивановым с рынка Цукидзи, с Японии, с Токио. Ручки деревянные, кончики металлические, острючие вообще, вам не передать. То есть, такая штука, я когда смотрю фильмы про ниндзя, вот я понимаю, что ими можно и есть, и готовить, они созданы для того, чтобы готовить во фритюре. То есть, чаще всего темпуру достают этими палочками, перекладывают что-то палочками. Ну и, в общем, используют для всего. Для помешивания, для скручивания, для вытягивания, переноса лапши, еще чего-то. Вот такие вот палки. Они реально огромные. Вот смотрите. Проткнул себе палец. Смотрите, вот, ну, от локтя вот почти до середины, до конца ладони, если мы не считаем пальцев, я не знаю, сколько здесь сантиметров. Сантиметров, наверное. Оп. Сразу меряем. 32 сантиметра. Нормальный подход. Нож у меня 20 сантиметров плюс ручка. Ну да, где-то сантиметр 32 и такой же длины вот такие вот эти вот японские палки. У меня даже еще цена здесь, я храню, 3800 йен. До курса роста доллара они вот стоили в русских рублях что-то 1500 рублей. Все, ручка для того, чтобы делать пометки. Оп, пометочки, техкарты писать, все такое. И все вместе это превращается вот в такую вот настоящую поварскую рабочую сумку. Она называется скрутка, потому что ее скручивают. И теперь вы знаете примерно, как обстоят дела в рабочей скрутке у шеф-повара. Понятно, что у разных шеф-поваров там есть еще и кисточки. Кисточку я просто, как бы это правильно сказать, профукал где-то. Нужно купить новую. Поэтому я кисточки, это такой расходный материал. Я их обычно стараюсь покупать самые дешевые, для того, чтобы потом где-то, ну, потерял, чтобы не было жалко. Бесцельно прожитую жизнь. Все, вот так вот аккуратно все это сворачивается. А, ё-моё, я сюда не положил две важные вещи. Во-первых, это моя любимая терка. Острая. С лазерной заточкой, офигительная. Она для всего, для цедры, для этого, для всего. Ну, я не знаю, даже корицу на ней я тру. И мускатный орех. Вот, она нужна обязательно в шефской. И обязательно нужны кондитерские мешки. Оторвал какой-нибудь туда соус густой, все отсаживаешь на тарелочку. Или взбитые сливки, или маскарпоне, или еще что-нибудь. Ну, любую вещицу можно все вот, выдавить и выложить, и хранить даже. Вот в таких кондитерских мешках. Еще есть гламурные вот такие вот весы. Ювелирные, которые тоже должен иметь каждый шеф-повар. На них можно отвешивать специи, полграмма, четверть грамма, чтобы не было такого. Добавляем 5 граммов тмина. 5 граммов тмина, блин, это целая чайная ложка с горкой. Я вам хочу сказать большое спасибо за то, что посмотрели ролик до конца. Вы классные, крутые. Вы будете готовить еще лучше, чем это делали вместе со мной. И, конечно же, живите, кайфуйте, приятного аппетита. Делайте то, что вам нравится, и превращайте это все в гастрономическое удовольствие для друзей и своих родственников. Лайки, комменты, там все, короче, ну вы знаете сами. Пока.